Атлантическом океане пропал батискаф, который вез туристов на дно посмотреть на «Титаник». Спасатели предполагают, подлодка могла врезаться в риф на глубине 3000 метров или застрять в обломках «Титаника». На борту 5 человек, у них запас кислорода на 60 часов. Стоимость тура на человека 250 тысяч долларов. На борту есть миллиардер.